Фонд Гейдара Алиева, с чуткостью относящийся к историческому наследию Азербайджана, предпринимает серьезные шаги по сохранению наших памятников материальной культуры. По инициативе президента фонда депутата Милли Меджлиса от Хазарского района Мехрибан Алиевой, в поселке Гала, считающемся одним из древнейших поселений человека в нашей республике, также осуществляется цикл мероприятий. Цель организованного при поддержке фонда Гейдара Алиева фестиваля Гала способствует сохранению богатого исторического прошлого азербайджанского народа, его древних бытовых традиций, популяризировать и пропагандировать их. В поселке, история которого насчитывает 5000 лет, имеются исторические и культурные памятники, относящиеся к различным периодам от 3 тысячелетия до нашей эры до 20 века. Зрители, пришедшие на фестиваль, получили возможность совершить путешествие в историческое прошлое и получить информацию об уникальности Гала, являющемся носителем тайн истории. В фестивале Гала приняли участие президент фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева вместе с внуками, вице-президент фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева. В рамках фестиваля открылась третья международная выставка «От отходов к искусству», организованная открытым акционерным обществом «Тамиз Шахар» по инициативе фонда Гейдара Алиева при совместной поддержке общественного объединения «Международный диалог во имя охраны окружающей среды ID», Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичари Шахар» и галереи «Искусств Галлери». Здесь демонстрируются различные работы, изготовленные из бытовых отходов. Наряду с произведениями азербайджанских художников на выставке представлены работы мастеров из США, Австралии, Великобритании, Нидерландов, Испании, Турции, Чехии, Кубы, Колумбии, Японии. Основная цель выставки – довести до населения важность защиты окружающей среды, пропагандировать заботливое отношение к экологическому здоровью планеты, удержать людей от расточительства и привычки, не раздумывая выбрасывать в мусорный ящик предметы, которые они считают ненужными. Участвующие в проекте мастера, дав вторую жизнь бумажным, стеклянным, металлическим и другим отходам, признанным негодными к использованию, вновь продемонстрировали, что даже из ненужных предметов можно создать произведение искусства. Проводимое уже в третий раз это международное мероприятие не случайно организуется в поселке Гала. С 2010 года по инициативе фонда Гейдара Алиева открытое акционерное общество «Тамиз Шахар» осуществляет в этом поселке пилотный проект «Тамиз Гала» по организации системы управления отходами в соответствии с современными стандартами. Цель проекта – организация сортировки и сбора, перевозки и вторичной переработки отходов в поселке Гала. В этой связи, наряду со своевременным сбором и перевозкой отходов, в поселке установлены различные контейнеры для сортировки их населением на органические и неорганические. Президент фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, уделяющая в своей повседневной деятельности большое внимание социальным вопросам, вопросам окружающей среды, культуры и искусства, вице-президент фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с представленными работами, обменялись мнениями с художниками и пожелали работе выставки успеха. Очередной остановкой на фестивале стал социально-экологический центр «Экосфера». Здесь можно ознакомиться с деятельностью этой организации. Она впервые в Азербайджане разработала программы интерактивного обучения, культурно-экологические программы для детей и подростков. Во время реализуемых организацией туров дети и подростки ведут сельскую жизнь на лоне природы, знакомятся с национальными культурными ценностями, видами прикладного искусства, народными песнями и танцами, местными обычаями и традициями, участвуют в традиционной сельской работе, живут в эколагерях. На фестивале, ставшем настоящим праздником, президент фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева побеседовали с детьми, привлеченными к деятельности центра. Посмотрели их работы, подчеркнули важность повышения знаний в области охраны окружающей среды. Фестиваль был проведен накануне Международного дня защиты детей и стал подлинным народным гулянием. Дети на специальных поездах совершили прогулку по территории заповедника, побывали на конной арене, наблюдали за выступлениями донатоходцев на игровой площадке, участвовали в различных играх или были просто зрителями. Во время фестиваля каждый уголок этого древнего поселения служит одной цели – развлекать детей, информировать их о богатой истории, культуре, обычаях и традициях Азербайджана на понятном языке посредством игр и инсценированных спектаклей. Фестиваль Гала запомнился еще одним знаменательным событием. Здесь дети получили возможность раскрасить в соответствии со своей фантазией фигуры джейранов и макеты Девичьей башни. Отметим, что ежегодно в Баку проводится международный фестиваль искусств «Девичья башня». На этом фестивале художники из различных стран создают произведения именно на макетах Девичьей башни и джейранов. А на фестивале Гала детям был предоставлен шанс почувствовать себя участниками фестиваля «Девичья башня». В уголке общественного объединения «Айдия» представлены различные материалы о многих местных и международных инициативах этой структуры, руководимой Лейлой Алиевой в области охраны окружающей среды и экологического просвещения. В них показано, что «Айдия» играет роль платформы для активного подключения молодежи к глобальному движению по устойчивому развитию. Одним из привлекательных для детей уголков стал лагерь сказок. Этот уголок, расположенный в замке Гала, позволил детям почувствовать себя героями любимых сказок. Мехрибан Алиева, Лейла и Арзу Алиевы также ознакомились с различными палатками. На фестивале представлены палатки общеобразовательных школ Горатасского, Хазарского, Наримановского, Сурахановского районов столицы, детских домов номер 1, 2 и 3.
в них демонстрируется работа детей. Президент фонда Гейдар Алиева встретилась и тепло побеседовала с детьми, подчеркнула значение этого мероприятия с точки зрения изучения древних обычаев и традиций, национальной духовной ценности нашей страны, фотографировалась с ними на память, поинтересовалась процессом создания работы. Дети охотно отвечали на вопросы первой леди Азербайджана, преподнесли президенту фонда Гейдар Алиева созданные своими руками подарки. На фестиваль, продолжившийся на территории археолого-этнографического музейного комплекса «Гала», также были приглашены гости из Астраханской области Российской Федерации, Пакистана, Боснии и Герцеговины. Эти дети обучаются в школах, построенных в их странах по инициативе фонда Гейдара Алиева. Мехрибан Алиева встретилась с гостями, отметила, что рада видеть их в Баку, сфотографировалась с ними на память. Гости подчеркнули, что высоко оценивают проводимую фондом работу. На фестивале можно было посмотреть работы мастеров, продолжающих традиции гончарного и кузнечного дела, понаблюдать за рабочим процессом и стать его участником. Здесь президент фонда Гейдар Алиева понаблюдал за работой мастеров. Еще один уголок фестиваля – художественная выставка, на которой представлены рисунки детей. Одна из целей этого мероприятия – дать детям возможность продемонстрировать свои способности, и они постарались создать интересные работы, передав в них свой взгляд на окружающий мир. Мехрибан Алиева, Лейла и Арзу Алиева отметили, что работа детей очень интересна, пожелали им профессионалам успеха. В купеческом доме археолого-этнографического музейного комплекса под открытым небом, созданного в 2008 году при поддержке фонда Гейдар Алиева, звучала национальная музыка, гостей угощали тендерным хлебом и чаем. Выступление ансамбля старинных музыкальных инструментов придало фестивалю особое настроение. На территории музейного комплекса также был организован рынок, где продавались овощи, цветы и пряности. Здесь можно было попробовать блюда национальной кухни и сладости. Большой интерес у посетителей вызвала кузнечная мастерская. На фестивале для детей также была устроена танцевальная площадка, где звучала национальная музыка. Словом, фестиваль «Гала» создал для детей запоминающуюся праздничную атмосферу. Они развлекались, танцевали, пели, играли в различные игры. Этот фестиваль еще раз наглядно продемонстрировал, что фонд Гейдар Алиева уделяет внимание физическому, интеллектуальному и духовному здоровью подрастающего поколения. Дети выражали президенту фонда Мехрибан Алиевой глубокую признательность за предоставленную возможность участвовать в этом фестивале. В фестивале приняли участие около 3000 детей из средних общеобразовательных школ и школ-интернатов, детских домов республики, семей беженцев и вынужденных переселенцев. Это мероприятие стало очередным подарком фонда Гейдар Алиева детям накануне 1 июня Международного дня защиты детей.